Здравствуйте, это канал Максимадзе, и мы возвращаемся в Hello Neighbor. Как же мы давно уже мод кит не делали, не снимали. И короче, нашел я в стиме один довольно интересный мод из того, что я там увидел. И сейчас для начала я вам покажу. Вот помните, когда мы проходили мод Hello Man, у меня сразу все способности были. Я не понимал, неужели в этом моде они устраивали. А потом в комментах написали, что такого быть не должно, это глюк. Короче говоря, можно запустить сразу же эти способности очень хитрым способом. Сейчас я вам покажу как. Для этого вы должны были сохранить игру в акте 3, оригинальную. Сохранить игру именно на том моменте, где у вас уже эти способности имеются. Сейчас загрузимся. Да, я этот мод хочу на таком легком уровне сложности, так сказать, пройти, чтобы сильно не мучиться, если что. Можно сказать, что это легкий уровень сложности. Вот мы запустились. Вот у нас сразу же способности есть, как и прыжок, так и отталкивание и так далее. Сосед уже бегает. Но можно, в принципе, можно нажать новую игру, и тогда все способности пропадут. Выбираем модификацию. Hello Uncle называется этот мод. Нажимаем продолжить с модификациями. Есть один крутой мод еще. Опа. Разрешение какое-то не очень, что-то. Заставочку сделали, прикольно. Ну, а это звуковая дорожка взята из одного из трейлеров оригинальной игры. Ну что ж, прикольная заставочка получилась. А, это еще не все. А вот и дом. Он похож на дом из мода Hello Man. Чем-то похож на самом деле. Такой же ровный, так сказать. Да, вот у нас способности сразу же появились. Такой вот хитрый способ. Включение всех способностей сразу сюда. Картины пустые, это типа просто рамки, а самих картин нету, я так понял. Ну и давайте посмотрим, это был наш дом такой вот. А это что, туалет? Ха-ха-ха, обалдеть, у нас есть туалет на улице. Первый раз такое вижу в Hello Neighbor. Это необычно, это прям реально интересно. Есть ли что-нибудь в машине? В машине мусор есть только. Здесь ничего нету. Машины едут кругом тут. Так. Добро пожаловать в Вороний ручьи. У нас тут написано. Дорога маленькая. Добежать до дома соседа вообще недалеко. Так, вот машины что-то едут еще и сквозь друг друга, но нас может, если нас собьет машина, будет плохо. Есть качели, которая качается сама вот так. И это очень прикольно. Ну что ж, давайте изучим дом, будем изучать дом соседа. Специально повалили, видимо, для прохода сделать. Опа! А, мне показалось, что там сосед. Ну что ж, дом выглядит неплохо. Очевидно, что этот мод на несколько серий обойдется. Hello Man на 3 серии аж обошелся. По-моему, на 3, да? И этот мод тоже может занять время. Здесь целых 1, 2, 3... Обалдеть, 6 этажей здесь. А может, там еще есть.
Даже 7 этажей, ё-моё. Дом не маленький, а значит сложность здесь какая-никакая будет. Ладно, давайте заглянем уже в дом. Чего время-то тянуть? Пока соседа я не вижу, его здесь, по-моему, и нет. Ну нет, фиг с ним. Так, нам надо найти красный ключ, лом и ключ-карту. Все, по стандарту. Что-то текстурки как-то не очень прогрузились, по-моему. Ищем. Опа, а сосед-то уже здесь. Включаем невидимку. Кусок торта. Не знаю, нужен ли нам будет кусок торта. Ну, надо. Блин, вот самое время застревать сейчас. Сосед, походу, за дверью. Там. Надо обыскать все ящики. Потому что, зная эти моды, может находиться в них все, что угодно. Какой-нибудь из них могут обязательно чего-нибудь спрятать. Но на кухне, я так понял, ничего интересного нету. Похоже, что на кухне совершенно ничего нет полезного. Блин, баги. Не люблю, конечно. Здесь пусто, здесь тоже пусто. А здесь одна пыль. Это мы уже проверяли. Если что, если на полке что-нибудь надо, тоже нам узнать. Гитара вот здесь есть. Не знаю, нужна ли она будет или нет. Эти шкафчики тоже проверим. Они пустые, ничего в них нету. А тут нету текстур у стен. Здесь зубные принадлежности. И больше ничего полезного нет. Но сосед где-то за стенами. Я его чувствую. Я чую его там. А вот где он именно, я не знаю. Не могу понять что-то. Обыскиваем комод. Пусто, пусто, пусто. Здесь и здесь пусто. Кажется, по-моему, он на улице. Проверим кровать. Под кроватью тоже ничего нет. А здесь? И здесь ничего нет. А там пилюли есть. Ну, в общем, здесь... Опа. А. Просто кривая картина. Думаю, опа. А вот это надо как-то открыть. Как именно открыть, я пока не знаю. Здесь трава еще растет внизу. А вот и проход на второй этаж. Проверим комодик. Опять ничего нет. Тумбочка, точнее, не комодик. Вот эта картина, возможно, открывается. Не знаю насчет этого. О, сосед где-то тут, я чувствую. Поблизости. Проверим этот шкаф. Этот шкаф пустой. Где же сосед? Мы его еще ни разу... Опа! Не встретили. Хотел сказать, а теперь вот встретили. О,
Музычка своя есть. Блин. А, нет. Или он сейчас откроет шкаф. Эх, жаль. Да. Блин, я думаю, нам надо осмотреть задний двор и проверить, нет ли тут каких-либо механизмов. Так, нам надо гаечный ключ найти, это точно. Не знаю, вот это, нужно ли нам вот это? Может быть и нужно, а может быть и фиг знает. Камеру он там поставил, я слышал. Да блин. Пусть потеряет. Как он меня сейчас увидел? Как такое могло быть? Я не понимаю. Пусть на первый этаж спустится. Какого фига он на втором делает? Можно было бы коробок, конечно, всяких понапихать. Да забраться в какое-нибудь окно. Железная дорога еще есть. Блин, это реально анмод. Много времени займет. Замедлим его. Вот этим. Не уверен, что это точно сработает. Потерял, кажется. Так, все, бежим туда. Пусть потеряет. Опа, тут лифт. Обыскиваем комодик. Он опять пустой. А как пройти туда? Блин, туда не пройдешь, тут закрыто. Провод ведет этот на улицу. И нам бы, надо бы, наверное, узнать, куда именно. Ну, в это окно нам явно... Блин, прыгать нельзя. Ох, потерял. Музычка неплохая, кстати. Я лично считаю. Он к окну побежит или как? Он, по-моему, на первый этаж так просто не спускается. А может и спустится. Не спускается он что-то вниз. Ну, ладно. Блин, камера, надо избавиться от нее. Мазал. Дайте кружку сюда. Блин! Да, проблема в том, что он вообще не спускается на первый этаж. А, нет, спускается. Только что-то в редком, очень редком случае. Да блин. Капкан. Ой, а где? Блин, да что такое? Капканы везде, камеры везде. Фух, давненько я, кстати, не играл в «Привет, соседа». Уже много чего, наверное, забыл. Убираем этот капкан отсюда. Он нам только мешать будет. Что там, кстати, вообще находится? Там камера. Комната с мониторами. Избавиться от таймут. Извините за выражение. Но я... Уже подзадолбался. Мне даже с этими способностями сложно.
звонок вообще действует на него? Кстати, музычка вот эта, которая играет, похоже, это ремейк оригинальной этой мелодии погони. Это похоже реально на ремейк. А здесь что? Сюда мы не заглядывали. Блин! Дом, в принципе, интересный. Интересный, интересный реально. Еще одну камеру поставил. Люблю такие моды, где реально свои новые дома делают. Будем как-нибудь разбираться. Блин, хотелось бы, что он свалил со второго этажа. Здесь что? Тоже закрыто. Ну, короче, здесь на втором этаже особо ничего уже нету. Ага, нам надо сюда. Нам надо в это окно, я так понял. Давайте его разобьем. И спрячемся. Как? Как он меня сейчас заметил? В смысле? Ах, не получилось, ну... Короче, я понял реально, что надо с этим делать. Да блин! А, это бесит уже. Открывай дверь, скорее беги на улицу. Фух, получилось. Только что дальше делать? Сюда надо, наверное, подложить какую-нибудь фигню вроде... стула или стола какого-нибудь, чтобы перепрыгнуть можно было через нее. Других вариантов я совершенно не наблюдаю, абсолютно не наблюдаю. Нужно перепрыгнуть через эту хренотень, похоже, и мы сейчас будем искать предметы, которые для этого нам, ну, будут нужны. Коробочки всякие надо нам, стульчик, блин. Давайте попробуем стульчик воздействовать. Блин, только бы он не свалился. А надо выровнять его, постараться как-то, чтобы он не упал. Блин, только не это, блин. Пипец, это... Это печальненько вообще. Да не тут... Да не выпрыгивай, блин! Так, 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 надо поставить его как-то. Блин, он падает. Это не могу... Не получается нормально поставить. Коробок надо понаставить сюда лучше. Может, боком поставить? Может, другим боком? Да не, он падает. Не, это невозможно. Поставим... Да блин! Он отскакивает от всего абсолютно. Он не ставится, вообще не ставится. Прям вот никуда не ставится. Да ё-моё, всё, я его просрал. Короче, на стульях не получится, надо коробки искать. Коробок тут маловато совсем. Только одну вижу. Коробку. Манекен еще может попробовать. Блин, я упал. Так, нам надо.
надо коробочек найти. А, еще вот это можно, кстати, попробовать. Так, ладно, стул выкидываем, он нам не поможет. Обезвредить капкан надо. Отлично, вот здесь поставим коробок. Да блин! Оно отскакивает. Я даже поймать не могу. Оно просто отскакивает. Но сосед сюда не сможет прыгнуть, походу. Ой, только не это. Так, еще коробок надо. Остальные все туда упали. Ладно, сейчас наловим. Может быть, оно и не рассчитано на то, чтобы мы прыгали туда. Может быть, оно рассчитано на другое. Немножко. Пожалуй, попробуем так сделать. Да блин. Надо его вот сюда отвлекать, чтобы он, чтобы нам разгончику набрать. Блин, нам нужно еще и стекло заново это разбивать. Пусть потеряет сначала. Терять-то потерял, только вот сейчас сюда он может прийти. Стекло-то все-таки разбил я тут. Блин. Как бы так поставить, чтобы она не падала? Блин, но я не могу. Это не... Попробуем. Так, что ли? Не хватает у него. Погодите. А, это бессмысленно. Там туда нельзя перепрыгнуть. Там же заграждено все сверху. Не, ну с другой стороны, да. А как сюда тогда попасть? Блин. Ладно, непонятно мне что-то пока, как это проходить. Можно варианты. Варианты еще такие есть. Попасть в это с помощью коробочек всяких, попасть в другие окна. Но в этом там нет смысла. Мы там как раз таки мы туда без этого попасть можем уже. Опа, секундочку, рычаг. Я только сейчас его заметил. Нам надо что-то мелкое. Но помидор нам не годится, надо что-то другое. Блин, рычаг, я же его сразу не... Я сразу его не заметил. Нам надо сбить. Нам надо его сбить. Нет, надо ниже бросать. Еще ниже. Отлично. Я так понимаю, открылся ящик с ключом. Нет, не ящик с ключом, что-то... А, наверное, открылись эти решетки. Вот эти решетки, или нет? Нет, не они открылись. А что тогда открылось? Мне непонятно. Погодите. Подождите. А, лифт открылся, ё-моё, лифт открылся, вот. Это проход на следующие этажи, хорошо. Так, смотрим, что тут дальше у нас. Ну что ж, разбираться начинаем потихоньку. Хотя... О, еще один рычажок. Что именно он открывает, не знаю. Давайте предположим, что
открылся этот ключ. Ну, не решетки. Насчет ключа можно посмотреть. Ключ! Действительно, это был ключ. Но вот от чего этот ключ, я пока не знаю. Абсолютно не знаю. И сейчас мы это узнаем. Вот, конечно, что двери вот через стены проходят, это не очень красиво, но ладно, есть такие. Надеюсь, сосед не в курсе, что мы сюда пошли. А здесь больше нет ничего? Не, походу ничего больше тут нет. Ладно, идем тогда дальше. А здесь есть что? Не. Здесь. Это мы проверяли или нет? Ого, вот от чего этот ключ. Это железную дорогу запускает, хорошо. Запуск. Поехали! Ну что ж, неплохо. В первой серии уже открыли железную дорогу. Неплохой результат, неплохой абсолютно. Первая серия успешной получается у нас. Поезд что-то едет медленно совсем. Ну и ладно, нам, в принципе, даже не поезд открыть важно. Нам важно проходы вот эти все открыть. Чтобы мы могли тут ходить. Тормози, тормози! Я не на те кнопки нажимал. Ну что ж, там какой-то генератор был. Давайте проверим, что это за генератор. И активируем его. Куда вот он ведет, нам пока неизвестно. Возможно, вот эту херню он открывает. Ну да. Только нужно найти золотой ключ. А где нам его искать, я пока не в курсе. Проверим также, что еще, куда еще ведет эта дорога. Что у нас там, в той стороне. Ага, мы как раз только что здесь были. А здесь есть что? Нет. А за картиной ничего нет? Нет. Я так и думал. Там, вон там проход еще на один этаж вверх. Понятно, здесь только две станции. Давайте проверим картины. Уж слишком они огромные. Ого, я так и знал, что за этими картинами что-то есть. Не просто так, они же большие все-таки, да? Угу, а вот еще один рычажок. И даже два. Первый открывает решетки, наверное, в той стороне. Этот открывает эту решетку. Пластинка. Сколько времени, кстати, прошло? 28 минут. Ну, неплохо, неплохо. Абсолютно неплохо. На полках ничего особенного нет. Ключей нету. Ага, мы здесь были уже. Здесь мы уже бывали с вами. А вот мы где не были. Нет ли ничего полезного в этом контейнере случайно? Не, нету. Это бесполезная комната, ничего в ней нету. Надо проверить, что открыл рычаг этот сверху. Опа, еще одна дверь.
Ё-моё, это же камеры. Камеры здесь у нас работают. Отключаем камеры. Они нам не нужны. Открываем решетки. Открываем вторую решетку. Отлично, мы с модом офигенно разбираемся. А здесь фонарик. А этот не открывается, ящик. Так, туда нам обратно не вернуться. Ну, зато мы можем вернуться сюда. Нам надо вновь узнать. Опа. Ну, тогда не очень красиво, но ладно. Дверь, блин, жалко, она не закрывается. Но не провалиться, главное, туда. Ну-ка. Ну-ка, давай, толкайся туда. Может, с обратной стороны? Я не вижу ничего из этой картины. Так, безопаснее будет немного, наверное. Так, давайте сходим на ту станцию. Может быть, там открылось чего-нибудь? Нет, здесь ничего не открылось. Но очевидно, что тот рычаг что-то открыл. Вот что именно открыл, я не в курсе. Интересно, нам туда не надо случайно прыгнуть? Да не, вряд ли. На контейнер нам надо с более верхних этажей прыгать, это и так видно. Где бы нам взять золотой ключ? Мне кажется, надо на первый этаж заглянуть, может, там что открылось? Ну ладно, я других вариантов. А это что? Мы тут были или нет? Ага, мы еще здесь не были. И смотрим, что здесь книжки сквозь эту фигню проваливаются. Картины на всякий случай тоже проверяем, но за этими вряд ли что будет интересного. Проверяем эти тоже. Но это на железную дорогу, а нам на нее без надобности. Ага, я понял, куда мы попали. Тут ключ надо как раз таки этот, желтый. За решеткой за этой. Только вот в этой комнате я не наблюдаю никакого желтого ключа. Те же. Ключ-то желтый. На полке точно его нету. В этих местах нету. Где же тогда ключ желтый? Вот это вот. А это что за переключатель? Понятно. Такой переключатель. А я думал, это типа свет включает. Ладно, больше ничего тут я не вижу пока. Ну что ж, первая серия у нас получилась успешной. На сегодня закончим, наверное. С вас лайк, подписывайтесь, меняйте эпичный видос. Подписывайтесь на мой стримский канал, вступайте в группу ВКонтакте. Если знаете, что открыл тот рычаг верхний, пишите в комментах. Ну и всем пока.